Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Doom Bat. Когда я был в отпуске, я в нее играл, и она мне понравилась. Поэтому я решил проходить ее для вас. Ну что ж, поехали. Игра не на русском языке, но в принципе, ребята, это нам не помешает для прохождения. Тут все интуитивно понятно. Так, ну что же, начнем, пожалуй, с первой части. Так, как у нас там стартовать? Ага, вот этот первый уровень. Мы играем здесь с вами за некого злого персонажа, который похищает принцесс. И, соответственно, рыцари вот эти вот и всякие прочие герои будут приходить к нам в замок и спасать ее. Ну, а мы, соответственно, должны этого не допустить. Так, видите, да, мы злимся, типа, пришли герои. Так, они хотят спасти принцессу, но мы этого, конечно же, не позволим. Вот, ребята, принцесса. И мы начинаем, ребята. Так, первый уровень у нас идет обучающий, так что давайте будем с вами проходить. Так, ну что же, мы поставили с вами колья. Это самая первая ловушка. Что ему нужно? Нужно еще, наверное, поставить, да? Ну, давай вот так вот сделаем. Принцесса, кстати, когда вот находится вот в этом куполе, она кричит, ребята, кричит, и нам дается энергия. За эту энергию мы с вами как раз-то и ставим всякие всевозможные ловушки и препятствия. Так, ну что же, вначале все будет довольно легко и просто. Потом, может быть, у нас даже поднимется выше этажом и все так далее и тому подобное. Так, что такое? Ага, типа уничтожьте одну из ловушек, да, и поставьте вот эту вот. Хорошо, я поставлю сюда этот гарпун. Так, принцесса орет, энергия у нас растет, соответственно, враги. Враги тут, ребята, разные будут. Их очень много разновидностей. Вначале тут, конечно же, рыцари, а потом будет все сложнее и сложнее. Но скажу вам одно, даже играя на мобильнике, я ее, ребят, не прошел до конца, потому что там просто очень сложно. Так, ну что же, первый уровень пройден, как вы видите, да? Мы получаем с вами 100 монет. Так, поехали дальше. Тут можно смотреть рекламу за деньги, но я не буду. Так, второе, ребята, обучение. Вот это у нас генератор, так скажем, энергии. То есть у нас принцесса кричит, да? Энергию вырабатывает 50. И генератор, по-моему, тоже дает 50. Поэтому чем больше у нас их будет, тем лучше. Ох ты! Видите, ребята, да, у нас рыцари идут поверху. Ну, сейчас мы их тут встретим. Сейчас мы их встретим здесь. Давай вот сюда поставим. Подожди, сюда нельзя, ребята. Надо вот сюда ставить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, гарпун, давай бомби по ним. Мы не должны позволить, чтобы они ее похитили, принцессу, и утащили. Так, что там происходит? Что ты... Ага, это, ребята, у нас супер возможности. Их всего три вида. В данный момент мы с вами сделали защиту. То есть рыцари не смогут похитить принцессу, пока не пробьют эту защиту. Ну, как видите, у них ничего не получилось. Так, ну что же, еще бегут. Еще рыцари. Я думаю, что ничего у них здесь не получится. Давай вот сюда поставим колья. Кстати, ловушки и всякие генераторы с вами можем улучшать после прохождения уровня. Ну, так как сейчас идет обучение, нам этого не позволяют. Ну что же, все, мы подбили, да? Да, ребята, уровень 2 у нас пройден. Когда нам дают вот эту вот корону, это означает, что это чистая победа. Так, и у нас стадия 3. Добро пожаловать в магазин Дума. Ну что же, вот, ребята, о чем я вам говорил. Видите, да, мы с вами можем открывать за деньги новые ловушки. В данный момент это, короче, такая ловушечка. Я бы даже сказал, не ловушка, а оружие. То есть будет капать кислота. Хорошо, давайте откроем. И, ребят, естественно, мы с вами сейчас это все дело протестим. Так, ну что же, вот у нас еще один этаж появился. Принцессу, естественно, вот в эту вот клетку сажают. Так. Вот таким, ребята, макаром действует вот это вот кислотное оружие. Так, бегут рыцари, естественно. Мы сразу ставим ловушки на опережение, ребята. Опс. А вот это вот хитро с вашей стороны. На самом деле лучше ставить генераторы на начальных этапах. Они нам очень здесь сильно пригодятся.
Все, сломали, да? Сейчас будут бежать. То есть они сюда, потом вот здесь пойдут. Так, слушай, что-то мне не нравится это все. Давай-ка мы вот так вот сделаем. Ну? Что за проблема, я не могу понять. Давай, 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 давай. Есть, подбили мы его. Мы его... Ох ты, ничего себе, я что-то не помню, ребят, чтобы столько было рыцарей. Эй, потише, потише. Так, ага, все, я понял, ребята. Он нам показывает второй вид ульты. Вот так вот он выглядит. То есть тотальное уничтожение практически всех. Один какой-то охламон здесь остался, но его сейчас мы быстренько добомбим. Слава богу, это все бесплатно нам демонстрируют. Так. Выполнение условий. Все отлично. Ну что же, третья стадия у нас пройдена. Когда же у нас закончится это обучение? Я уже и не помню. Стадия четвертая. Так, что он нам здесь объясняет? Так, ну это понятно, это мои ловушки и оружие. Что дальше? Выбрать. Ну, предположим, я что-то убрал. А, да, ребята, он мне говорит, что нам нужно взять миньона. Открыли мы с вами одного миньона, и, как видите, мы его взяли к себе. Вот он. Выставляем его сюда. Он еще не прокачанный, слабенький, но я думаю, что этого пока хватит на первое время. А вот они, рыцари, бегут. То есть вы видите, да, как они будут идти сюда, потом по лестнице. Что? Power up. Ну, предположим, power up мы с вами сделали. Так, я поставлю сюда вот генератор. И еще одного миньона призову. Так, принцесса там кричит. Чем больше она кричит, тем больше мы с вами энергии, ребят, получим. Так, надо, наверное, нам еще один генератор поставить. Ох ты! Нежданчик, если честно. Давай сюда ловушку поставим. И, кстати, сюда бы нам не помешало бы миньона поставить, если честно. Сколько у нас? 95. Так, вызываем сюда миньона с вами. Ну, миньоны, как вы понимаете, они как видят только противника, сразу реагируют и бегут к нему. И начинают его кусать. Так, дай-ка я еще, наверное, сюда, ребята, генератор поставлю. Потом надо будет их прокачивать. Я их в первую очередь прапывал, чтобы они давали быстрее и больше энергии нам. Так, монетки. Все, да, прошли. Получается так. Замечательно, двигаемся дальше. Ну, вначале, как вы понимаете, все будет довольно легко и просто. А вот дальше, дальше будет очень все сложно. Что на этот раз? На этот раз нам опять что-то показывают. А, ну да, нам доступны еще новые виды ловушек. Зачем я только выкинул генератор, я не понимаю. Вот сюда ставим. Ребята, это как бы пресс получается у нас. Вот мы так кликаем, и он опускается. То есть этими ловушками я должен управлять сам. Есть, которые в автоматическом режиме работают, да, например, колья, вот этот вот гарпун. А вот этими видами ловушек я должен управлять сам. Так, давай поставим сюда еще колья. И я думаю, что вот сюда бы не помешало гарпун установить. Ну, смотри, оп, вот так, ребята, это все работает. Финальная волна, написали мне. Так, ну что же, ждем, ждем врагов. Где они? Так, а вот эти ребята, это пройдохи делают. Они уничтожают мои ловушки. Они их ломают. То есть я их называл инженерами. Смотрите, да? На самом деле они больше похожи на шпионов каких-то, но тем не менее, шпион же не будет ломать ловушки, да? А вот инженер, да. Так, слушай, наверху. Наверху. Блин, а я же, ребята, генераторы-то убрал. Вот оно что. Мне без них сложно энергию будет накопить. Ну да ладно, я постараюсь. Они будут перепрыгивать здесь, ребят, вот эти вот... Ух ты, еще и наверху, да что ж ты будешь делать-то? Что ж ты будешь делать? Они наверху появляются. То есть их очень и очень много здесь. Да, будет сложно. Здесь также есть, ребята, укрепленные рыцари. Вот это, по-моему, простые. С щитами это уже укрепленные идут. По-моему, я не смогу здесь пройти. И вина в том, что я не взял с собой генератор, который у нас энергию производит. Вот она моя, ребята, ошибка. Ну да ладно, ничего страшного. Они могут забрать принцессу, но похитить
утащить ее к себе не смогут. Они ее где-нибудь здесь бросят. Единственное, что я не получу, это короны. А если я не получу короны, ребята, то уровень будет как бы не засчитан на 100% пройденным. Это как в Tower Conquest. Можно пройти уровень, но не на фулку. Так, ну что же, принцессу он обронил, естественно, он бежит. И все, и здесь он погибает. И смотрите, сейчас мне короны не дадут, ребята, видите? То есть я как бы проиграл. Уровень пройден, но принцессу все-таки успели схватить эти рыцари. Ну да ладно, в любой момент я могу это все дело переиграть. Ничего страшного в этом нету. Так, вот у нас, ребята, показывают, что мы можем с вами улучшить. Улучшить можем колье. Давайте я улучшу. Также можно еще разок улучшить. Так, критический шанс, как говорится, уничтожения врагов у нас на кольях. Поехали. Так, стадия шестая. Тут три этажа, отлично. Откуда они пойдут? Вот когда вот такие вот, ребята, балкончики есть, то вероятность того, что они здесь лестницу поставят и заберутся, очень высока. Опять я не взял с собой генератор. Опять забыл. Так, ну что же, давай, наверное, вот так вот сделаем. Опять этот инженер бежит. Ёлки ты палки. Давай вот так попробуем. Видите, ребята, да, колья у нас улучшенные, поэтому уже не какие-то там деревянные, а уже металлические наконечники. Так, давайте еще одного миньона. Сейчас, больше чем уверен, здесь и, наверное, здесь потом появятся, да, враги. Поэтому нужно нам, как говорится, на опережение их ловить. Слушай, без генератора очень плохо. Без генератора, который мне производит манну. О, гарпунчик пошел бомбить. Давай сюда поставим. Все равно пройдут, да? Сейчас подниматься будут. Блин, точно, ребята. Давай вот так вот сделаем. Сейчас он будет подниматься. Гарпун. Слушай, он если перепрыгнет, ребята, он схватит принцессу. Я не должен этого... Да, а мне ничего не остается сделать. Черт, похитит принцессу. Вот упырь, а. Ну, убежать-то он не убежит, конечно же. Так, финальная волна. То есть мы выше с вами поднимаемся. Соответственно, принцессу сажаем в клетку, в новую, да? Но я вам скажу другое. Вот принцессу вот здесь у нас забрали, да? То есть все. Даже несмотря на то, что она сейчас вот здесь находится, нам не засчитает на 100% прохождение этого уровня. Это надо проходить все на одном дыхании, чтобы ни разу ее не похитили. Что там такое? Так... Уничтожить 50 героев? Я что, 50 героев уже убил? По-моему, как-то довольно быстро. И все это из-за того, ребята, что мы забыли с вами взять генератор. Точнее, я его убрал. И мне не хватает энергии, чтобы расстроиться здесь хорошенечко. Так, и вот этот охламон тут, смотрите, 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 что он делает. Давай сюда миньона быстрее вызывать. Пускай он с ним разберется. Так, этот бежит. Сейчас он будет, ребят, перепрыгивать. Подбили его прям в прыжке. Давай, 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 миньон, разбирайся с ними. Чем больше мы с вами ставим ловушек, тем лучше для нас. Как говорится, тем меньше вероятность того, что рыцари смогут похитить принцессу. Да, этот уровень мы прошли, но опять же с погрешностями, причем с большими. Так, видите, да, перечеркнуто, то есть мы не получили корону. У нас с вами 240 монет. Я могу, например, улучшить гарпун, но я вот что буду улучшать. Генератор, ребят. И надо будет его взять. Потому что без него совсем будет худо. Так, ну что же, у нас с вами 7-я стадия. Начинаем. Начинаем. Генератор в первую очередь. Ага, а вот и новый враг. Это, ребята, ниндзи, которые у нас могут ползать по потолку. Видите, они с такими, с присосками. Так, справились, отлично. Дай-ка я еще, наверное, ребята, один генератор поставлю куда-нибудь вот сюда. Так, и будем расставлять ловушки. Конечно же, расставлять ловушки, без них никудашеньки мы. Слушай, ну три вот таких вот ловушки, да, и плюс миньон, это очень хорошее подспорье. То есть они не смогут пробежать. Они появляются на втором этаже. Так, ставим сюда гарпун. Давайте, давайте, давайте энергию мне как можно больше и быстрее. Потому что врагов очень много, ребята, идет. Видите, да? Что они делают? Они по полу, ой, по полу, по потолку ползают.
благодаря своим присоскам. Ай-яй-яй-яй, сколько вас тут много. Черт, они сейчас будут, ребят, ловушку мне бомбить. Ой-ой-ой, не смогу я, наверное, здесь противостоять им. Смогут они, интересно, похитить принцессу или нет, а? Как думаете? Да что ж ты будешь делать? По потолку ползет. Ну, гаденыш, ну-ка, да попади. Попал. Врагов, конечно, тут очень много. Против меня бежит. Так, дай-ка я еще попробую вот сюда, наверное, колья поставить. Потом там будет, ребята, и заморозка, и очень много всяких видов ловушек. Я даже многими из них не пользовался, несмотря на то, что практически все здесь раскачивал. Да я понял, что нельзя сюда ставить, я уже это понял. Так, вот сюда я поставлю еще один гарпун. Давай-давай-давай, гарпун, подбивай, пожалуйста. Ну подбей, тут всего два рыцаря осталось. Возможно, мы пройдем идеальненько. Так, миньона могу сюда поставить, да? Отлично. Так, хорошо, что он отвлекся на ловушку. Причем, смотрите, ребята, рыцари какие-то ходят, да? У них даже лица там не видно под шлемом. Так, ну что? Да, видите, да? Корону получили, то есть уровень 7 у нас пройден идеально. За это мы получаем с вами 200 монет, 200 голды. Опять же скажу, что нам нужно улучшать... Ах, да... Вот еще что, ребята. Мы можем с вами купить дополнительный слот. Поверьте, это тоже нужно сделать чуть ли не в первую очередь. Так, улучшаем с вами генератор. Сколько нужно на улучшение? 200 монет, да? А у нас 370, поэтому улучшаю. Так, и берем с вами, наверное, вот токсичную ловушку. Отлично. Ну что же, погнали. Давайте попробуем пройти уровень 8. Уровень 8. Так, генератор не забываем расставлять. Так, бежит, да, хламунище? Видите, генератор у нас прапан, он быстрее начинает откатываться. И быстрее мы с вами получаем энергию. Ломают, гаденыши. Вот сюда, кстати, нужно токсичные ловушки расставлять, чтобы они с потолка капали. Но мне не хватает пока. Так, секунду, давай вот сюда поставим. Потому что они стопудово поползут наверх. Так-так-так-так-так, давай быстрее, срочно-срочно-срочно. Так, колья. Слушай, наверное, не получится у меня, ребята, здесь миньон. Миньон меня может спасти, кстати, здесь. А вот этот вот охламон здесь не нужен, если честно. Так, что такое? Куда ты побежал? Эй! Ломает, не успел сломать, отлично. Так, финальная волна, говорит нам Дум. Ну что же, ждем. Ждем финальную волну. А я буду пока, знаете, что делать? Вот сюда поставлю миньона. Так, на втором... Ох ты, еще и на третий этаж бегут. А не слишком ли жирно для начала, а? Ребятулечки, ты посмотри, сколько их здесь. Так, монетки, это нам все пригодится. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Энергии мне как можно больше. Вот сюда поставим гарпун. Ёлки, ты посмотри, что происходит. Ты посмотри, их сколько здесь. Эй. Так, ну мы пока справляемся. Ох, кого мне не хватает, так это электрического, ребята, миньона. Именно здесь. Он очень крут. Потом увидите, что он делает. Он дорого стоит, но он того стоит. Так, дай-ка я вот сюда поставлю на всякий случай ловушечку из кольев. Ну, подбили. Прошли, нет? Ах, ты смотри-ка, тут еще инженер у нас кислых щей остался. Гарпун, а почему ты не стреляешь? Странно. А, у него, видите ли, радиус поражения ограниченный. Так, ну что же, мы прошли с вами. Идеально причем. Я нас с этим поздравляю. Ну, корону дадите? Конечно, дают. Ребята, а короны нам нужны для того, чтобы мы могли с вами открывать новые уровни. Так, что же мне тут можно апгрейднуть? Естественно, будем с вами генератор улучшать. Чем быстрее мы его улучшим по полной программе, тем лучше будет для нас. Но я вам скажу сразу, что и ловушки тоже нужно улучшать. Иначе мы далеко с вами не уйдем. Так, давай-ка гарпунчик, наверное, еще улучшим на разочек. Ну что, 9-й уровень. 9-й уровень. Здесь мне не нравится вот этот вот балкон, ребят.
стопудово они там поползут, рано или поздно. Поэтому давайте вот так вот поставим сюда генератор. Почему именно сюда? Чтобы, когда вот здесь появится враг, он его не уничтожил. Так, вот сюда мы поставим с вами гарпун. Упс. Да что ж вот так быстро-то? Так, сюда поставим миньона. Сюда поставим миньона. И нужен нам еще, ребята, один генератор. Я его вот сюда влеплю. Ну? Так. Он бежит, чтобы уничтожить гарпун. Это хорошо, в принципе. Он на это тратит свое время, да? И дает нам шанс расстроиться. Так. Уничтожил, да, все-таки? Все-таки уничтожил нам наш гарпун. Да ладно, что ж так много вас идет? Эй, миньон, давай, лови, лови, лови их там. Ползут они наверх. Ты посмотри, что они делают, а? Я, наверное, не успею, ребята, их законтрить здесь. Или успею? Так, финальная волна. Финальная волна, это хорошо. Значит, я вот сюда поставлю генератор один. И ждем, смотрим, что у нас тут будет происходить. Ну, во-первых, враг идет, это понятное дело. Основная масса идет понизу. Генераторы вырабатывают энергию, это хорошо тоже для нас. Так. Слушай, здесь один миньон, он, наверное, не справится. И здесь слишком опасно, потому что враг пойдет поверху, да, и принцесса уже будет там рядом. Так, сделаем с вами вот такой вот ход, маневр. Так. Подбиваем, потихонечку справляемся пока. Да, вот сюда миньона вызовем. Миньоны, чего так долго с ними разбираетесь, я не понимаю. Давай сюда вот ловушку еще поставим. Так, а что это он в шоке, бедный, от электричества? С чего это вдруг? У меня же вроде бы здесь миньоны не электрические. Так, энергия есть? Пока хватает. Сюда вставим гарпунчик на всякий случай. Так, вот этот вот опасный хорек, потому что он, ребята, передвигается именно по потолку. Не понял, а как это? Это что такое? Смотри. Ребята, это куда он пополз там, чувак-то этот? Это что за баг такой был сейчас? Вы видели, рыцарь здесь полз? Хотя никакой лестницы нет вообще. Ну-ка, давай вот так вот сделаем колья. Слушай, ну я думаю, что вот здесь уже никто не сможет пройти. Абсолютно, ребят. Я еще и гарпун сюда поставлю, на всякий случай. Так, секунду. Ну, ловите, ловите, ловите. Поймали хламона. Так, инженер ползет. Мы можем, знаешь, что сделать? Вот так вот. Пускай стоит, как говорится, и капельки свои выпускает. Подбили. Прошли, нет? Погоди-ка. Врагов больше нет, ребят, на самом деле. А что не так? Неужели, ребята, игра баганула? Нет, все, прошли. А я уже думал, что-то зависло. Ну, принцессу никто не трогал, поэтому корону мы с вами заработали. И бонус нам дают 300 монет. Так, сколько у нас улучшение последнее, предпоследнее будет стоить? 400 монет, а у нас всего лишь 385. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что для первой серии, наверное, этого будет достаточно. Вы мне пишите в комментариях, понравилась игра или нет. Если да, мы будем ее проходить полностью. Ну, а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under, one step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder, and the clouds are closing.